9.10.2014 года в районе 03.24 поступило сообщение дежурной части межмуниципального отдела Министерства внутренних дел сообщение о том, что возле дома 40 по улице Октябрьской произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и автомобиля «Лада Приора». В результате ДТП два автомобиля получили значительные механические повреждения. Люди в данном ДТП не пострадали. В ходе разбирательства водитель автомобиля «Лада Приора» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По результатам проведенного освидетельствования водителя автомобиля ВАЗ-1114, полицейский водитель, трезвый. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении.